Настя, давай так, ты приходишь сегодня домой, я заказываю KFC, мы наслаждаемся с тобой этой вкуснятиной и знаешь, что будет потом. Хозяйка сама плитку выбирала, но она еще не видела, как она выглядит на стенах. Должна приехать. И знаю, что скажет. О боже, какая некрасивая плитка! Таня, ты знаешь, почему свинья на тушенке улыбается? Почему? Потому что ее там нету. Сань! Иди сюда! Бегом, бегом, бегом! Бегом, бегом, бегом! Вон с Франции человек едет на велосипеде с навесом, блин. Флаг вон. Переводится. Француз. Там что-то 100 лет с чего-то. Молодец. Я забыла. Я думала, я что-то. Я вообще с. Или как? Фу, блин. Здравствуйте. Вообще я летела с мы. Лечу. Полечу с мы. А, все, нахрен, короче, до свидания. Холодильник открою, чего там только нет. Сала нет, масла нет, мяса нет, колбасы нет, нихуя нет. Я его все ебу. И я никогда не пойду на работу вот с таким к себе отношением. Да ни за какие деньги, за миллионы не пойду. Мне никакие миллионы не нужны, если топчут мое достоинство и мою честь. Это стоит все гораздо дороже. Гораздо. И это не измеряется никакими миллионами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где вы увидите больше видео. Ссылка в шапке профиля.